Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Сердечно поздравляю всех наших союзников, а также тех, кто смотрит телеканал «Муссоюз», слушает радио «Воскресенье», читает православную газету, всех наших телерадиоприхожан, нашу малую церковь, нашу большую и дружную семью с днем Светлого Христова Воскресения. Пусть радость Христова Воскресения не угасает в наших сердцах не только до праздника Вознесения, но и всю нашу жизнь. Пусть пасхальная радость освещает всю нашу жизнь во все периоды церковного календаря, всегда и везде. И в эти святые дни благодарю всех и каждого из вас за поддержку Союза, Муссоюза, Воскресения, за ваши неленостные сердца. Хочу поблагодарить всех, кто к празднику прислал нам свои поздравления, добрые пожелания. Спасибо за эти хорошие слова в адрес нашего телеканала. Ну и, конечно, сугубая благодарность тем, кто поддерживает нас своей лептой, поддерживает работу каналов, прямые трансляции, богослужений, которые мы показывали, поддерживает создание всех выходящих программ, и мы вам взаимно благо пожелаем и будем стараться, прилагая все наши возможности и силы, и дальше нести свет Христовой истины. Все наши медийные проекты финансируются исключительно вашими добровольными взносами. Ну и в пасхальные дни операторы связи все взимаемые с нас платежи не отменяют и не уменьшают. Поэтому, чтобы вещание непрерывно продолжалось, мы и напоминаем об этом постоянно и продолжаем нашу бессрочную акцию «Будем жить» по активизации всех вас, наши дорогие зрители, слушатели, читатели, в участии в жизни православных СМИ. Просим всех проявить активность и откликнуться. Как можно перечислить средства на поддержку вещания, рассказывается в бегущей строке, на сайте канала и в газете. Мы благодарны за любую лепту от вас, за каждую 1110 рублей и даже 1 рубль, потому что каждый рубль – это продолжение нашей работы. Всем вам от всего коллектива телеканалов, радио, газеты желаю всяческих благ от воскресшего Сына Божия Иисуса Христа. И будем жить. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!